Слова уже кончаются. Окей, Виталя, вступаем в диалог. И... Да помог, так помог. Походу Виталика затронули мы слишком рано. Давай лучше вспомним времена Майдана. Сеня повысить свой рейтинг шоу кричал. Я шоу курил лоб, то курил лоб. В общем, чтобы Украина не пошла в Европу, Путин пытался взять назад. Ну, в общем, понимаете, да что? Дальше пропустим, пожалуй, пару строк, которые страну повергли в шок. Шок у Пшонки, у Захарченко. Шок. Витя-то знает, за ним есть грех. Шок. По Межигорью с перепугу пошел запах. Шок. Бежали два Витьки из стоматологца. Шок. С кенгуру бухнули они на паса. Шок. Ну а у власти теперь Петро пора. Шок.